Доброе утро. Хочу рассказать, поделиться радостной новостью. Сделал себе подарок на 1 мая. Установил турник. Такой турник стоит 600 рублей. Ну и плюс 250 доставка. Сейчас, когда пандемия, в фитнес-клуб не находишься, между в такой несущий проем в бетонными стенами поставил простой так называемый распорный турник. Здесь он крепится на три болта. Потребовался перфоратор со сверлом на 8 мм. Вот эти крепления уже шли в комплекте. Дальше здесь в центре дырочка, и сюда закручивается вот эта вот штука. И здесь распорный болт, чтобы дальше обратно она не закручивалась. И аналогично с другой стороны. Соответственно, здесь можно висеть такое порошковое напыление, такое а-ля, которое ставится обычно на дверях входных. Вот, выдерживает такой турник 140 килограммов. При его длине здесь регулируется от 80 до 100 сантиметров. Есть модели и на большую ширину. Самая большая модель 180-160 сантиметров в ширину, и она выдерживает 100 килограммов. Вот, так что будем в свободное время висеть, растягивать, так сказать, позвоночник. Вот, поверхность немножко шершавая, но без резинки. Вот, когда вишу, ну, прогибы там, может, 1-2 мм максимум. Вот, то есть достаточно хорошо. Но взрослым немножко ноги нужно подгибать, потому что высота проема тут, ну, метра 2 метра 10 сантиметров. Вот, если у вас есть вопросы, задавайте. Решил приобрести именно такую простую модель, а не более сложные, более дорогие. Спасибо за внимание. До свидания.